Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют День Никиты, или Никита Водопол. По такому календарю православная церковь сегодня чтит память преподобного Никиты Исповедника, игумена обители Медикинской, мученицы Феодосии Девы, преподобного Иллирика Марсионского, Пелопоннесского, мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Галлика, и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Сегодня также празднуется икона Божией Матери «Неувядаемый цвет». Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.